что основная часть фестиваля «Майя Батл» начинается. Давайте погромче поаплодируем. Сейчас будут самые лучшие батлы специально для вас. Сегодня приехали такие страны, как Германия, лучшая команда, которая выиграла квалификацию в Германии, и сейчас она будет представлять свою страну здесь. Также команда из Италии проходила творческий тур фестиваля «Майя Батл» в Италии. К сожалению, команда из Алжира не пропустили на самолет вчера из-за каких-то непонятных вещей. Вот, ну это ладно, без подробностей. Также у нас сегодня очень крутой диджей из Франции, диджей Ван Ау. Давайте поаплодируем Артина ему, потому что в течение всего дня он будет ставить музыку. Его никто не будет спрашивать, это очень тяжелая работа. И это, кстати, очень крутой диджей, потому что играет на самых крутых батлах в Европе. И самое интересное, что я вам хотела бы сказать, это наш судья. Очень давно его хотели пригласить, но в течение 3 лет все пытались, и наконец он здесь. Это человек из Америки, будет представлять судейство свое объективное. Я думаю, что вы знаете, кто это. Да? Вы знаете, кто приехал к нам сегодня? Может быть, кто-то скажет? Окей. Давайте сейчас, когда я открою, пойдем, мы взорвемся аплодисментами, окей? Респектнем ему. Итак, main judge фестиваля «Майя Батл» B-Boy Sasha!